Добрый день. Сегодня мы с вами рассмотрим дозатор МДП-200Д. Данный дозатор был разработан для перекачки жидкости больших объемов. Давайте я сразу вам продемонстрирую. Зайдем в меню, чтобы посмотрели, за какое время он разлил. Одна секунда. И посмотрите объем. 200 мл. С помощью математики вы можете это все умножить и получите 12 литров в минуту. На этом, впрочем, все. Спасибо большое. Всего вам доброго и до свидания.